Приветствую вас на канале Asmodee Play. Мы продолжаем играть Half-Life эпизод 2. Эпизод 2, вот так скажем. Так. Угу. Так, этого мы увидели сейчас только что, понятно. Так, нам сюда. Блин, надо было пойти захватить этот для автомата-то с собой. Спокойно. Так, что у нас здесь имеется? Подождите. Тогда что у нас там? Сможем мы вот так вот телегу-то? Ну давай. Давай, давай, давай. Надо взять другое направление. Аромат слышится уже не так явственно. Вау. Подождите-ка, это не там, где мы поднимались случайно на лифте. Кстати, я и этого-то не вижу. Гимена, кстати, пока еще ни разу не видел. Ладно. Давай, давай, давай. Личинки ус. Эх. Вижу, Гордон оценил свойства личиночных катышков. Да. Так, все? Еще одну личинку хотя бы надо. Так. Понятно. Понятно. Итак, опа, надеюсь, ящичек не исчезнет у меня этот мой стратегический запас. Пойдем, пойдем, пойдем. Ветер доносит снизу аромат экстракта. То, что мы ищем. Лежит на дне этой ямы. Эта шахта ведет в зал над нами, где мои сородичи борются за жизнь. Алекс, дай в экстракт. Мы сможем быстро воссоединиться с ними, если будет работать лифт. Но как? Как нам спуститься? Подожди. Не гунди. Прыгать придется, да? Ладно. Опа! Правый поступок, Фриме. Может быть, ты найдешь способ призвать меня к себе, когда окажешься в другом зале. Помни, не убивай стража, иначе погубишь экстракт. Не понимаю, как мне. Я понимаю, что мне сюда надо. Ну не падать же. В самом-то деле. Так. А тут один уже пытался, да, значит? Так что-то целый труп-то. То есть скелет. Неразделанный. Не убивай стража. А как мне с ним быть-то тогда? Не убивай. Ай-яй-яй-яй. Опаньки. Так, и куда мне? Куда?
Угу. Так. Так, сюда. Опа, вышли. Уже хорошо. Мне это все пригодится. Ага, вот так вот. Так, а куда тут? Так, так, так. Нет. Вон. Стоять. Чуть не попался, да? Вот и ешь его. Вот так. Нормально? Так, у меня здесь что-нибудь есть? Ничего нету. Ладно. Так, сюда мы прошли. Подожди, нам сюда надо разве? А, вот, вот. Вот теперь точно понимаю, что сюда. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ты меня напугал. Ну-ка назад. Так. Где? Разнес я тебя? Так. Где тут насекомцы есть? Подавить-то вас. Ладно. Блин, назад, назад. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, тут с двух сторон получается, да? Вот так вот. Ай-яй-яй-яй-яй. Давайте, давайте, давайте. Все, все, все мне. Все экстраты лечебные мне. Очень надо. Так. И. Куда мне? Так-то опасливо туда идти. Опаньки. Еще и не убивайте его. А как я тебе? Ой-ой-ой-ой. Опаньки. Прибежал. Ну давай посмотрим. Конь ты наш. Быстро бегающий, где ты? Давайте, 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 давайте. Где ты? Стоять.
Еще. Давай. Давай, нифига не так. Загружаем. Давай, вот я высунулся. Нифига себе. Это как так-то? Так. Да тихо ты, я попасть не могу. Блин, ну-ка, в другую попробую. Можно так попасть? Где ты? Так. Не бежит. Значит, откуда-то отсюда надо вести действие. Понятно. Еще. Спокойно. Давай, давай, давай. Еще. Быстро добегает, посмотрите. Блин, все-таки он меня что, поймал, что ли? Ну-ка, вот так вот. Тихо-тихо. Убег, убег. Так, я долго буду бегать от тебя. Ай-яй-яй-яй. Как-то надо. С тобой поступиться иначе, наверное. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Спокойно. Еще разок. Вот так. Че, я ранил тебя хоть? Спокойно. Нет, как-то не так надо гасить это все дело. Точно не так. Так.
Давай-ка вот сюда спустимся. Ой-ой-ой. Вон он. Так, он там бегает. И мне тоже придется сейчас побегать. Так. Надеюсь, я правильно иду. Так, у меня сейчас ход-то один только, да? Один. Назад никак. Воу! Воу, 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 воу! Вау, вау, вау. Давайте посмотрим. Я хоть просто хочу посмотреть. Так, ладно. От него я не смогу, да, убежать. Тихо, тихо, тихо. Ой-ой-ой. Да что твою мать, да ты можешь двигаться чуть быстрее. Давай. Беги, беги. Я прям чувствую. Ага, мне не добежать, да? Получается. Так. А если попробовать? Тихо. Я даже не знаю, где я. Так, ну здесь я точно не был. Ладно. Раз я здесь не был. То мне по-любому куда-то сюда. Блин. Ни хрена себе. Тихо. Вот так. Воу. Чуть не сожрал меня козел. Так. Ай-яй-яй-яй-яй. Кто меня тут встречает? Просто лежишь. Лежи, лежи. Так. Светляки. Я чую, что Фримен уже внизу. Правильно чуешь. Поможет нам воссоединиться. Так. Мне ее надо будет поставить по-любому. Так.
Вот так. Так. Непонятно, ладно. Тебе что-то надо? Давай я тебе сейчас принесу. Стой. Вот так. На тебе, я тебе вкусняшку принес. Вот так. Поехали. Да, жду, жду. Великолепно справился с заданием. Зрелый, совершенный аромат зовет. Иди за мной, Фримен. Я приведу нас к его источнику. Ты сделал самую сложную часть работы, открыв нам путь в истине. Жизнь Алекс Венс в надежных руках. Давай. Вот так. Еще и держит меня, падла. Попался-то. Ну ладно, у меня тут есть запасы. Что у меня тут еще имеется? Пойдем. Давай, давай. Я готов. Так. Стражат, не убивай. Так, а где нам что брать-то? Какой объем экстракта. Какой крепкий аромат. Давай. Ну? О, великолепно. Вот и наша добыча. Одну минуту. Жду. Подожди, а я могу туда залезть? Могу. Железистая жидкость прекрасного качества. Алекс Фэнс. Пойдем. Какую-то штуку взял. За нами сейчас что, все охотиться будут? Да? Пойдем, пойдем. Вот так. Есть черты, которые мы полагаем. Господи, такие зубы у него-то вообще. Львиноводство было древнейшим из наших занятий. Оно обеспечивало нас многими важными вещами, но превыше всего ценился этот экстракт. Он способен растворить ложные зависти, разделяющие его. Все это ты увидишь воочию, когда... Когда что? Очень не терпится ли, знаете, узнать, когда что. Тут сейчас. Сердце остановилось. Она угасла. Потеряв ее, мы потеряем все. Давай. Смотрите. Экстракт. Да. Чудотворный секрет. Скорее, слейся с нами. Когда мы выпьем, да, экстракт, нужен человек. Согласен? Иди к нам, Фримен. Иду.
Давай. Мы сплетем нить. Ты съел это? С ее нитью. Да, идет очищение. Связь между вами похожа на связь Вортигонта. Вау, ничего себе. Ты ее разделываешь. Кости, мясо. Восстанавливаешь ее. Здорово. Доктор Фримен. Козел, вот он, козел. Я осознаю, что выбрал не лучшее время для мистер беседы. Ген. Нет, но мне пришлось дождаться момента, когда ваши друзья не смогут нам помешать. Были времена, когда мисс Венс для них ничего не значила. Человек казался агрессивным существом с монтировкой в руках. Конечно. Вытащив ее из черной мезы, я поступил наперекор уверениям в том, что она обычный ребенок, не представляющий интереса. Я научился пропускать возгласы неверующих мимо ушей, поскольку подавить их было невозможно, чтобы мои усилия пропадали. И я уверен, что ее значимость еще выше, чем представлялось вначале. Пришло время вернуть мне должок за то, что я спас вашу жизнь. Да сейчас, ага. Доставьте ее в Белую Рощу, доктор Фримен. Мне бы хотелось иметь больший простор для действий, но я связан определенными ограничениями. Да какие, мне интересно знать. Да. Так вот, запомни, моя дорогая, когда ты увидишься с отцом, передай ему следующее. Будь готов к непредвиденным последствиям. Итак, подписчики, пишите комментарии, кто это мог она быть. Шевельнулась. Вот ваше мнение. Мы предотвратили неизмеримую потерю. Что это за G-Man? Не шевелись. G-Man. Боже мой. Я думала, что умерла. Охотник комбайнов нанес тебе смертельные раны. Так вот, что это было. Мы собрали раздробленные кости и восстановили внутренние органы. Но твою Ворд-сущность вернул в тело Фримен. Да, это похоже на Гордона. Сколько я была без сознания? Несколько часов. Часов? Нам надо спешить. Ничего страшного. Еще немного. Но надо вернуться в Белую Рощу. От этого зависит все. Не бойся, мы покажем вам путь. Окей. А теперь осторожно попытайся подняться. Давай, только не упади, матрешка. Ого. Не знаю, что вы сделали, но кажется, мне сильно повезло, что я осталась жива. Идем. Я покажу дорогу в Белую Рощу. Пошли. Давай, Гордон. Мы продолжим охоту со советниками. Прощайте. Безопасной дороги. Доброго пути. О, какие вежливые инопланетяне. Или кто? Да, не инопланетяне, они из другого мира. Так что? А это что, черт возьми, значит? Понятия не имею. Ну, поднимемся наверх. И посмотрим, хоть в каком направлении нам двигаться. Думаю, я уже могу идти сама. Дай попробую. Пробуй. Шевели колготками. По тягушечке. У тебя что за шокер-то, кстати? Немного покалывает, но... Или мобильничек? В целом ничего, порядок.
Ого! Это был страж. Кто-то здорово его рассердил. Страж в ярости из-за того, что мы забрали экстракт. Если он попытается мешать нашему продвижению, его придется уничтожить. Вы разворошили это гнездо? Да, это я. Неудивительно, что он злится. Пойдем. Ну что ж, подписчики, на этом все. Оставляйте свои комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Увидимся в следующем видео. Пока!